Притча о космическом человеке. Жил-был космический человек, и ему не нравилось среди людей. Он устал прямо от них, пошел к великому мастеру и спрашивает великого мастера: можешь отправить меня обратно в космос? Конечно, говорит, вот доделай со мной долг, помоги мне, и я отправлю тебя в космос. И вот космический человек обрадовался, додел дом и спрашивает: ну что, ты меня отправишь в космос? Она говорит: конечно, отправлю. Вот ты на какой планете живешь? На Земле. А Земля где? Ну, в космосе. Поздравляю, значит, ты в космосе. О, супер! Порадовался космический человек и больше не переживал. Мы космонавты.